Тем временем Эмин продолжает свой тур по Дублину. У него впереди еще много интервью, концертное выступление. Но все по порядку. Согласитесь, ведь на Эмина можно смотреть вечно, как на огонь, воду. А потом ее пересматривать. Эмин, добро пожаловать в Дублин. Это первый раз с концертом. Вы нас посещаете? Да, первый раз с концертом, но так Дублин второй раз. На самом деле, первый раз я сюда попал буквально месяц назад, может полтора, может даже два. И удивительно, меня тепло здесь приняли. Я здесь был меньше, чем 24 часа. И на следующий день прям все обложки газет написали о том, что вот Эмин, концерт, радио. И вот так тепло, что мы решили вернуться с концерта. Спасибо большое, что вернулись. И я думаю, сегодня будет... Большой успех. Большое спасибо за то, что сегодня вы с нами. Правда.